Гомельчанин, убивший сожительницу, получил 14 лет лишения свободы. Трагедия произошла 30 июля прошлого года. Сожители выпивали. Конфликт возник из-за того, что пара решила расстаться. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в ходе конфликта с целью умышленного лишения жизни нанес потерпевший не менее 4 ударов руками в область головы и других частей тела. После этого сдавил рукой шею. Женщина скончалась. Суд Новобелецкого района Гомеля приговорил обвиняемого 1988 года рождения к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Ему также присуждены денежная компенсация морального вреда сестре погибшей и прохождение принудительного лечения от алкоголизма. У убитой женщины осталось трое несовершеннолетних детей.